Всем привет, меня зовут Владимир Николаев. Сегодня мы находимся на конференции Big Business Weekend, где выступает Стивен Кови, затем там будет Алан Пис, Игорь Ман, Николай Мальчковский, Андрей Парабеллум. Приходите, если вы еще не здесь. И Стивен Кови сегодня рассказывает о скорости доверия, то есть о том, что доверие должно быть у каждого человека, тем более у лидера и у менеджера. И действительно, если вы не доверяете своим сотрудникам, своим партнерам, то ваш бизнес не будет развиваться. Поэтому учитесь доверию, развивайтесь, развивайте в себе этот навык, прививайте это своим подчиненным, и успехов вам и вашему бизнесу, а я пошел слушать дальше.